Люки закрыты, опасности больше нет. Ситуация в Черногорске изменилась после выхода в эфир нашего репортажа. Открытые люки тепловой камеры появились рядом с 7-м домом по улице Космонавтов в начале минувшей осени. Такой плитой тепловики решили закрыть яму, которую раскопали, чтобы заменить сгнившие трубы. Несколько месяцев жильцы дома обходили опасное место стороной и, не дождавшись реакции на свои многочисленные обращения в теплоснабжающую организацию, позвонили к нам в редакцию. После выхода репортажа в программе «Вести Хакасия» проблема решилась. Люки закрыли.